Так, мы что, где тут? А что, куда нам нужно-то вообще? Я даже не знаю. Мы только начали. Это я тут, да? И типа мне сюда. Тут надо очень сильно собирательством заниматься. Я так понимаю. Ты куда? Окей. Эй, нигде не надо, тихо. Я... Осталось понять, где оставшиеся шарики. Мне сейчас нужно собирать шарики вот эти вот. Вот эти вот прекрасные шарики белые. А как собирать, что-то я пока... Музыка из мумии заиграла внезапно. Я не залезу, а как мне сверху? Да вряд ли. Я мог бы. А, я так уже пробовал, по-моему, ничего не сработало, да? Давай посмотрим еще раз. Сюда. Гланс. Так. Спаси меня! Так ничего не выйдет. Давай попробуем иначе. Угу. Здесь еще что-то происходит непонятное. Можно? Не думаю. Ладно, окей. Тоже не то. Да что за музыка-то из мумии? Алло. Выше я не поднимусь, да? Пожалуйста, спасибо, девушка. Моя мечты. Можем? Да не то, чтобы туда я хотел. Я хотел на платформу. Да чего? Схватись. Все наверх не получится. Получится. Какое-то волшебство надо делать, да? Опа! Человек, но паук. Это делся вдруг. Я нашел это тут. И я взял и ушел. Молодец. Теперь это мое. Красиво. Так, тут я уже был. Осталось понять,
Что дел... О, ты бы... Что тут какие замуты? А чё, как-то взять? Не могу же я. Или могу? Не, не могу. Ну так я не смогу прыгнуть, ты чё? А чё они хотят-то? Это модул. Ну, это оттуда, возможно, можно взять. Я не уверен. Там что-то какие-то прыгательные места. Но вот здесь другой момент, что происходит. И вот это когда прыгнуть? Могу, конечно, попробовать прыгнуть, но что-то мне кажется... Нюя! Так, нет, я не прыгаю туда, подожди. Как мне тут допрыгнуть-то? Ты дурочка, что ли? Что ты делаешь? Там не проход. Нет. Непонятно. Непонятно. Помоги! Чего помоги? О, ладно, 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 это я взял, чё бы с ним. Если это... Окей, это тоже взял. Ну, по логике вещей... Нет, остановись. Чуть раньше нужно прыгнуть, да? Вот так. Нет. Куда ты? Куда ты, бестолочь? Я смогу. Я смогу. Твою мать. Повиснуть и толкнуться. Тут какое-то весьма управление, значит. Вот так вот. Окей, 39. А в смысле, я же. Алёша, ты чё же? А я же. А чё? Это саммит. Ну все, я в бан. Я же взял это. В смысле? Или это дальше? Нет, подожди, я взял это. Чего? Нет! Я же взял это, нет? К этому я никогда не привыкну. Женщина, отойди. Что происходит? Ты что, прям вниз-то упал, алё? Нет, тоже не то. Мне на самом деле показалось, что я взял ее, потому что звук был. Хватит! Задолбал! Спасибо! Не за что. Да че ты... Хорошо, я ставлю это пока что, да?
А можно я как-нибудь уйду отсюда, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста. Карл. Карл. Окей. Блин, не по... Чё ты делаешь? Ну стена же. Беги по стене. Беги по стене, пожалуйста, дурачок. Чё ты? Как ты достал? Я мог бы, конечно, так сделать, да? Наверное. Игрик сразу. И, наверное, было бы проще здесь подняться, да? И чего? И зачем? И что? И чё? Как дела? Свисаем? Манг. А как ещё-то туда попасть? Я чисто визуально даже не понимаю, как. Есть, конечно, теория, что я попросту рано это делаю. Может быть, здесь и более какой-то длинный прыжок будет. Не знаю. Ты чё, пёс? Я не был готов. До свидания. Давай здесь попробуем куда-нибудь дальше идти. То выглядит как то. Окей, это я пошел дальше. Здесь 75. Как там назначить-то? Храм Солнца. Место отсюда можно наблюдать. Да. Кусь-кусь хотела сделать, ты чё? Не балуй. Я думаю, что вот эти штуки могут быть какими-то порталами, может быть. Ну, реально, смотри, я не допрыгиваю. Хотя, по логике, возможно, должен был бы. Да и плюс, и зачем это нужно? Я помогу.
Найс. Что ты там хочешь сказать? Ты что-то хочешь то, сказать? Что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Ахрима. Мы видели Ахримана в видениях. Не он ли их создал? Нет, не он. Это сила Армуса. Сумасшедший. Храм старается сам защитить себя. Так. Храм старается сам себя защитить. Это еще что за новости? Поехали. Опа. Опа. Спасибо, что подровнял мне игру. Воу. Кусяйца. Иди. Что, время обучения этой штуки? Или что это? Нет. Возможно, позже. Пытаюсь понять, куда мы вообще идем. Воу. Ты хорош! Я вперед хочу прыгнуть. Будете двигаться быстро, вы можете помешать возвращению. Чего? Туда? Я вижу. По два раза стали бить. Это игра, но большой крутые. У-ху-ху-ху! Куда это я? Тихо-тихо! У-ху! Блять, куда мы идем-то? Это что такое? Это что нам нужно? Туда? О, черт! Я что-то не совсем понимаю. Как по логике вещей мне туда? А сюда зачем? Просто боюсь, как бы я по кругу не ходил бы все это время. То есть, мне кажется, я это уже видел. Они пытаются помешать нам исцелить плодородные земли. Сюда.
куда иду, реально ничего не понимаю. Это довольно душная локация. Где мы? Я реально по кругу все это прошел. Не, плохая была идея. Но это зачем-то явно будет нужно. Ты куда? Ты чего? Спокойно. Не надо кусакать меня, не надо. Дальше ты чё? Петличь ко мне. Напротив? Видимо, да. Куда? Не! Нет! Блинство. Не надо, не надо. Я вас боюсь. Камеру, блин, не повернуть. Чтобы хотя бы увидеть, куда я прыгну-то. Что? Ты упоролся? Как туда залезть? Или мне он туда? Я туда не хочу, там страшно. Там какие-то это воронка какая-то. Ты что, дурак? Ты дурак? Нахрен ты вообще прыгнул-то? Ой, блин. Ну ты серьезно, нахрена ты прыгнул-то назад? Ну я же не нажимал прыжок. Я прыгнул, я нажал А, чтобы ты вверх залез, потому что нужно А нажимать, чтобы вверх залезать. Нахрен ты прыгнул? Это здесь зачем? Вот, я нажимаю вверх А, чтобы прыгнуть. Вверх А, чтобы прыгнуть. Что ты делаешь? А, теперь ты решил залезть, да? Я могу позаботиться о себе. Воу-воу-воу-воу-воу. Это Архимон, привет, Шеган. Если я выживу, то сменю профессию. Идем дальше. Ты, Шеган, тебе никогда ничего не нравится. Ты если, смирись уже с тем, что тебе мои стримы просто не подходят. Столбал уже. Все не то ему. Вечно. Как будто я виноват, что тебе игры не нравятся. Ха-ха, ты достал уже, реально. Я не знаю, куда лучше. Давай вниз. Я просто что-то по этому лабиринту не понимаю ни хрена, куда надо.
готова? Бля, ты угораешь. Ты угораешь, игра, я назад вернулся. Сука, я так долго шел, чтобы назад вернуться. Ты, блядь, троллишь меня. Я так и не понял, куда нужно идти. Почему не меняется-то? Я не хочу отслеживать это место. Мне что, его нужно обязательно на 100% освободить, что ли? Чтобы оно исчезло. Я не понимаю. Я хочу уже сюда переправиться. Блядь, какой-то. Для активации следующей силовой платформы требуется 21 Семенцевик. А, это значки платформы. Я думаю, что-то где-то я их видел. Вон они на карте нарисованы. Окей. Вероятнее всего, вот это можно. Нет, нельзя. А как? Я хочу цель поменять. Что это за бред? Значение можно только сюда поставить. А зачем? Зачем мне назад идти? Я не понимаю. Я не могу там собрать, там платформа красная висит. Я не могу собрать все, что осталось. Нахрен мне это? Супер странно это все. Так, пробую назад пойти. Там была еще вроде дорога. Надеюсь, я по ней смогу пройти. Значит, не совсем понимаю, как работает это вот. Сейчас. Вот эти дела на карте. Возможно, позже будет понятнее. Но сейчас что-то вообще никак непонятно. Не кусать. Не кусать меня. У-у-у-у. Так, и зачем мы наверх залезаем? Я же был здесь уже и так. Ни хера непонятно. На той платформе явно что-то должно быть. Еще явно должно быть что-то где-то еще. Я не понимаю, как. Нихуя ты придумал.
Хули ты не прыгнул, а пёздал, блять, я нажимаю кнопку, прыгай, пожалуйста. Ну долго я тут сидеть-то буду в этом месте, только потому что ты не прыгаешь, когда я нажимаю. Хуюстик. Нет там ничего. Единственная стена, вот. И то по ней ничего нельзя сделать. Иди. Потому что здесь желтый значок. Я реально не понимаю, что вообще за прикол-то. Реально, что ли, хотят? Да, а в смысле, а толку-то? Я же все равно, я даже если я соберу, мне все равно не хватит. Света, не идем, так? Эти плиты не активны. Здесь мы ничего не сделаем. А там мы что сделаем, блять? Игра не души. Нет, ну серьезно, а что там мы сделаем? Что все-таки сюда идти, ну зачем-то. Да иди ты нахрен в гнездо, сука. Серьезно, это просто назад дорога. Или что? Ну мы оттуда сверху пришли. Давай. Я просто вернулся назад. Несколько систем безопасности. Но что бы такое? Это черные врата. Они охраняют логово темных. Если мы хотим изгнать их, нам надо проникнуть внутрь. А как мы это сделаем? Ослабим их связь с землей. Ну, то есть это вход дальше к боссу. Ну, а там-то что я должен делать? Ну, там реально же нет ничего больше. Я же уже там все облазал. Что ты хочешь, игра? В армии Кривана открылась еще одна вакансия. Иди.
Блять, угораешь надо мной. Я могу сюда пойти. Просто fuck you, игра. Вот, блять, fuck you и все тут. И чё, как туда пройти? Я хочу туда. Нет! Да, конечно, грузиться нельзя, да? Иди! Сюда. Жопку. Что нахрен так делать-то? Сейчас? То есть ты по логике видишь, ты вошел здесь. Тебе, значит, нужно этот кусок локации очистить, левый. Вот этот. Правильно? Логично? Ты же здесь вошел. Нет, блядь. Ты должен пойти теперь сюда, потом сюда и сюда. И только тогда дальше уже. Я хуею. С логики. Как там? Ничего, так башня. Да ну не правда, это. Архитектура слишком зловещая, ну, как там было? Плодородная земля? Наверху башни. Но ведь ее не стали бы строить внизу, верно? Короче, я реально уже 40 минут потратил просто в никуда. Ну, даже как-то обидно. Куда теперь? Иди. Готова? Иди. Позади вернулись туда, где с чего начинали. Что, блин? Игра! То есть мне нужно назад вернуться, да, вообще? Здесь это. Не совсем понимаю, о чем это. Это декор. Да, не дури ты, блять, куда ты, сука? Олень, блин. Я всего лишь наверх хотел подняться. Куда идем теперь? Бы куда двигаться.
Окей, видим дальше. Да я уже напрактиковал. А, в жизни? Я из дома не выхожу. Какой, блядь, парков? О чем ты говоришь? Ага, то есть, блядь, ровно с того момента, где я закончил, да? Ага, класс. Ты олень? Возможно, я не знаю. Я не знаю. Может, я олень. Это больше вероятно. Судя по тому, что я 40 минут потратил ни на что. Куда ты? Я вправо жму. Куда ты? Что-то геймпад классный. Какого города, блять, я в лесу живу? Я же олень, заебал. Чё ты короче? Там олень и звук какой издают. Пытаемся изучить звуки оленей по методу Дон Чико. А как можно потеряться в игре, в которой земля на плоту? Мы можем влезть вверх по лианам, а затем перейти дальше. Перейти дальше куда? Там как можно заблудиться в игре, в которой есть путеводитель? Я заблудился. Не смотрел и не хочу. Я протестую, по-моему, сериала. Кажется, мы потеряли путь к отходу. Воу. Если мы окунемся во тьму, то потеряем вообще все. Лет через 7 поговорим по поводу Властелин колец. Цифра рандомная, но скидка. Постарайся не промочить ноги. Вытирайте ноги. Да-да, лезь на крышу. Притяжение никого еще не убило. А в каком смысле быстрее? На что-то присели? Воу! Ты ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Иди! Понял. Мы нашли. Нужно добраться до него и остановить. Эй, отойди оттуда! Это нормальный способ. Уже лучше. Ну вот. Ты можешь чуть быстрее идти, пожалуйста? Ну, блять, ну быстрее, блядь, по-братски, ёпта, играю. Ого. Назгул какой-то, блядь. Мне не достать. Позволь отнять у тебя последний. Осторожно.
А он дважды бьет. Я нажал. Right. Okay. Это Барсенок. Это послужит тебе хорошим уроком. Нужно нажимать игрек. Светочки. Тьма рассеялась. Теперь, похоже, мы выберемся отсюда. Ом-ном-ном-ном-ном. Так, лутаем. Лутаем, лутаем. Лутаем. Все лутаем. И это лутаем. Сейчас. Сейчас откроется. Подожди. Эй! Сейчас? Да нам куда дальше-то? Как бы чисто теоретически нам сюда. И куда это? Куда идем, Элика? Вторая часть. Какая вторая часть? Вторая часть чего? Держись. У вот этого принца есть вторая часть? Вот конкретно у этого? По-моему, нету. В смысле, есть. Тебе достаточно семян света для активации силовой платформы в храме. Кройте карту мира. Окей. А я где? Я могу просто телепортнуться, что ли? Ну, а чё и как? И? А, может просто Y нажать. Конкретно у этого есть вторая часть, если верить в Википедии. Название, пожалуйста, можно? Я что-то не совсем понимаю, о чем речь. Здесь несложно. Мы живы, я не Мефизин, что ли? После нее только это была вроде. Казет сиквел, это вообще отдельная игра. Не может быть. После всего случившегося сегодня чего-то все еще не может быть?
Эти плиты не горели многие сотни лет. Наверное, сработало исцеление. Они смогут удержать их эманы? Нет. Они давали силу ахурам. Но теперь, когда они активны, мы доберемся до других земель. Если их исцелить... То он останется в плену, и мы выберемся? Да. Так, я хочу красную. Теперь мы сможем войти в плодородные земли цитадели и долины. Обязательно ее за арки держать? Чтобы она не улетела, что ли? Чем происходит? Мы используем эти силы, чтобы добраться до земель? Да, эти силы защищали их. Придется научить меня пользоваться ими. Ого. Не понял. Я же говорил, телепорт ссаный. Ах, вот так, чё, где мы? Подожди, не понял. Эрика. Сюжет. Угадаю, это было для тебя. Батя! Наш народ в прошлом. Здорово, батя! Дерево слабеет. Это твои слова? Или Ахримана? Где был Армуст, когда твоя мать ушла от нас? Где он был в час твоей нужды? Элика, я твой отец! Я твой король! Не сегодня. Когда в следующий раз захочешь расположить к себе дочь, попробуй подарить ей пони. Так это DLC к этой игре. Апокалипсис все же не то. Вроде как. Нет? Это Digital. Hey. Загружаемое дополнение. У нас есть одна из сил Армузда. Мы можем добраться до других плодородных земель. А я не знаю, у меня есть, нет? Я даже не знаю, как DLC устанавливать на Xbox, если честно. Да я не знаю. Так, и теперь я могу телепортнуться сюда? А сюда не могу? Там же было. Ну-ка, подожди. Блять, а как я долезу-то до него? Я один хрен же не долезу до него. Как кнопки-то есть? А как до них добраться-то? Мы где-то здесь видели еще кнопки какие-то. Здесь вопрос про ЛГП Лайт. Напишу вопрос за сервер. Ок. Ну что, тебе? Я могу сказать сразу, она говно. Есть в этом вопрос. Я могу до этой кнопки долезть? Не такое уж говно. Как посмотреть? Например, она через Stream Engine лагает. И пропадает звук. Нихуй пойми.
А я как это делал-то в прошлый раз? Я как-то на эту платформу уже залезал, вроде нет? Как я залезал на нее? Как? Ну явно не через это. Или через это? Что-то не пойму. Давай, как я это делал? Я сначала туда шел. Туда шел, прыжок. Короче, если я разберусь, как тут DLC устанавливать, поиграть DLC еще. Если нет, то, блин, ну что поделать? Я не знаю, как DLC ставить. Это плохо. Куда ты, блядь, прыгаешь? Ну, сука, ты чё издеваешься надо мной? Я как-то вот так прыгнул, вроде, нет? Ага. Ты наточила ногти? Во! Ну-ка. Это все? Сорок три! А где еще-то? В смысле? Чего? А где? А где еще-то две? Я же все собрал. Идем. Ну я же ж, Алёжиш. Вон еще что-то. А это как взять? Может это тоже? А. Окей. Не-не-не, ты давай спрыгни. Тогда я что-то немножечко не понимаю. Спустись, пожалуйста, вниз. Да не настолько же, ну. Ну так я на ГП, у меня все время такое растянутое изображение. 16:9. Вместо 4:3. Я уже к этому привык. Потому что я, как я уже сказал, я через Stream Engine не могу. Моя не хочет работать через него. Игра, ты что, угораешь? Где? Я же все уже обошел же. Нет? Еще что-то осталось? Чего? Где? Ты чё? Ты чё, блин? Архимону сказал, что ты тут в игре, в игру про него играешь. Он обиделся. Архимон обиделся. Ну, он, блядь, как уж кого обидит. Репорт напишет. Потому что сам обидел. Ты опять...
Да не обиделся он. А, Ахриман? Да, не, это так и есть. В этом плане, да. Ну, чё-то этот, да, тот ещё Ахриман. Я реально не вижу последних двух. Чё за прикол? Кто обидел? Я вот думаю, что он просто отошел во время того, как ты ему написала. Либо не понял попросту, к чему вот это. Думаю, что он прям смотрит. Ты думал, что это она с ошибкой, типа, написала? Нет, тут главным, типа, это... Владыку тьмы Ахримон зовут. Ахриман. Игра, ты издеваешься надо мной? Я все обошел. Через рецентр он только и работает. И то картинка 30 FPS. Чё-то я ни пизды не понял, что происходит. Сто семьдесят нужно теперь. Дэмс. Ахриман, ты меня называла. Ахриман, мы с тобой не пара. Ну я же нажал. Ну нам что у тебя? Ты в порядке? Ну ладно, возьму это. Ставить рейтинг карте. Рейтинг говна. Прокатит, ну ладно. Ты в порядке? Со мной все будет в порядке. Я не спрашиваю, будет или не будет. Я спросил, ты в порядке сейчас? Турна. Две говняшки из пяти, да, пойдет. Вот это норм рейтинг. То есть, смотри, драйвера на нее новые не делают, а если делают, то они не работают, они, то есть, только тупо брикают. Ты ставишь новый драйвер, у тебя компьютер попросту не видит карту захвата. Это раз, блядь, самое охуенное по поводу нее. Приходится искать драйвера какого-то, да какие-то древние, там, 2018 года или что-то около того. Это два. Три, 1080p, Red Central. Только так работает, через Stream Engine не работает. Если работает, то звук брикается через 20 секунд. Ну или там, знаешь, минут 10 максимум. И потом просто картинка рассинхроном идет. Годная карта, я тебе говорю. Написано HDCP Free. Хуй фри. На PS3 не работает. А если работает, то через раз.
свидания. Ты отлично владеешь мечом. Я отлично бью ногой, блядь. Нет! Просто упади. Не хочу чекпоинт другого места. Нам нужно идти дальше. А мы куда идем? А, это мы уже дальше куда-то ебашим. Нет, подожди, подожди вот это вот, вот свое. Не-не-не, погоди. Сто семьдесят. Нет. Короче, куча проблем с этой ЛГП. Ну вот сейчас я с нее играю. Еще, кстати, да, она супер темная. С любую картинку она темнит в три раза. Мы определенно делаем успехи. Короче, не очень. Простите. Откнулся, блядь, чаем. Помру. Чика, живи. Дойди. Что ты делаешь-то? Тебя бзик что ли где-то встал или что? 100-500 карт захват купить. Чё? Привет, Тедди. Куда тебе столько-то? Сюда. О, да. Еще 90 и самый топ будет. Распродаю. Зачем покупать новую? Ты же говорил, что у тебя была вроде. Акримана не на что. Аж две штуки. Надеюсь, оно не ядовитое. Конечно, надейся. Надейся. Надеюсь, что твой кум под землей. Вот террас. Остаток где находится-то вообще? Что-то я... вот одна лежит внизу. Ядрит заныкали. Ля флексит. Ну, я не особо пробовал записывать.
Это не делает ее недушной. Ну, душнявая. Я реально что-то не понимаю, порой куда идти нужно. И куча собирательства. Что такое? Ты тяжелее, чем кажешься. Ты еще тебе не врал все это время. Ты же весишь на все 10. Не сжимай так сильно! Начнем не давить. На что не давите, говорю. Так. Я так понимаю, я все снаружи собрал, да? В центре я не собрал. Вот оно что. Там есть. Тут что-то лежит. Вон там. Хорошо, поехали. Я и думаю, что ты обычно такое не смотришь, что тут зашла. Оказывается, тебе эта игра нравится, супер. Вот оно что. Окей. Тут я вроде как ничего больше сделать не могу. Надо как-то наверх залезть теперь. Хорошо, пойдем дальше. Держись! Как же мне нравится подобная музыка в играх. Она какой-то, значит, тон приключения создает. Скорее, надо перейти вот здесь. Да-да, лезь на крышу. Да-да-да. Оба! Идеально. Не! Я в домике. Как-то... Что? Там может быть кнопка? Да не думаю. Я вряд ли допрыгну, подожди. Есть что, я в пропасть шмальну. Ну, лучше, чем... Спасибо. Зачем тебе... В таком низком, в таком разрешении-то картинка. Как туда залезть? Я могу вот по этой штуке? Нет. А чем она отличается от обычной доски? Я бы в те тиски закрутил твои соски. Соски, соски, соски. Да. Мне не хватает 6 штук. 2, 2, 3, 4, 5. И где-то еще одна. Стримов с мини-пеки. Вешено. Бля, я где-то видел, вроде нет.
тут залезть? Оно лежит так, будто бы я туда могу допрыгнуть. Я же не могу туда допрыгнуть, ты чё? И ветки там внизу. Тоже что-то странное. Блять, мне явно какого-то навыка не хватает, небось, да? Как всегда. Где я еще одну видел? Где-то вот вроде ниже было, нет? Вряд ли я залезу здесь. Можно, конечно, попробовать, но что-то у меня сомнение какое-то. Что можно выше? Нет. Хотя выглядит так, будто вода. Где я видел последнюю-то? Блин, там труба какая-то, чё за нахер? А, во. Вот она где. Вот она где. Вот она. Вижу тебя. Ху, блядь. Недолёт. Как допрыгнуть? А зачем? Там же можно. Хорошо, игра. Давай так. Женщина, не тормози меня. Окей. И осталось 5. И они все наверху. И как все их взять, я ни малейшего понятия не имею. Но там вроде как есть какая-то труба. Или что-то типа того. Можно к храму. От храма будет проще пойти. Мы идем сюда. Стоп. Это общее. Подожди, это общее? Это общее. Я, блядь, думал, что заново 170 надо собирать. Нет, это общее. Это, то есть, это не так уж и много получается. Давай сначала все вот эти тогда откроем, чего уж. Туда здесь квартиру я не могу. Сохраниться, давай. Сохраниться.